Всем привет, мои хорошие, с вами Айка Эмили, и у нас очередной мукбанг. Очень давно я не снимала мукбанги, сегодня прям вдохновение, захотела что-то снять. И у меня еще плюс приложение, 14 дней бесплатная доставка, поэтому я решила этим воспользоваться и заказать из ресторана, который находится далеко от моего дома, и всегда доставка там стоит дорого. Поэтому решила взять именно там. И там, кстати, были вот такие роллы, они называются действительно роллы, но выглядят немножко странно, но попробуем. Два таких соуса, у нас попадиас, и здесь чесночные палочки. На картинке они выглядели прям малюсенькими, в жизни они просто огромные. Ну ничего, все это дело будем пробовать. Если вы тоже кушаете, то приятного вам аппетита. Как это открывается? Вот соус такой. Рассказывайте, как ваши дела, чем вы занимаетесь. Я успела поехать и приехать в деревню. Причем я вернулась, получается, одна. Потом поехала обратно за родителями одна. Они там остались, получается, месяц. Очень вкусно, девочки. В общем, я вернулась в город, потому что мне надо было загрузить видео, мне надо было решить кое-какие вопросы, да и вообще в деревне условий нет. Дела у меня тоже особо там не было, поэтому я как бы решила вернуться. То есть я и приехала в город абсолютно одна. И обратно в деревню поехала тоже абсолютно одна. То есть уже привыкаю за рулем. И вы знаете, мне даже комфортнее одной ехать. Гораздо комфортнее, чем когда папа сидит рядом. Когда папа сидит рядом, это просто квест. Очень сложно водить, потому что постоянные замечания. В общем, я еду из Баку в деревню. И выезжая из Баку, вижу, что парень стоит и голосует. Парень так интересно на меня посмотрел. Я обратила внимание, что он очень похож на моего соседа, то есть копия. Резко у меня такая мысль в голове. Он тоже меня узнал, и будет как-то некрасиво, если я проеду и даже не остановлю. Этот наш сосед, он работает в Баку. И на каждую субботу и воскресенье приезжает в деревню, потому что в деревне у него там жена. Работает он в городе. В общем, пока вот эти мысли в голове, естественно, я еду со скоростью там 100 км в час. Я не могу сразу остановиться, потому что если я сразу нажму по тормозам, сзади кто-то едет, может врезаться в меня. Поэтому там был небольшой такой тормозной путь. Вот стоит человек, я, получается, где-то за 200 метров остановила, ну, 150 метров, так скажем. Вышла из машины, помахала ему, что присаживайся. И он сразу побежал. В этот день немножко ветрено было. Я не стала стоять около машины и ждать, пока он сядет. Я уже сижу, жду. И вот человек сел, поздоровался. Я поворачиваю направо, смотрю на человека и понимаю, что это не мой сосед. И в этот момент мне как-то безумно неудобно стало говорить человеку, что, вы знаете, я просто вас спутала.
То есть уже человек сидит у тебя в машине. Это будет как-то высокомерно, некрасиво говорить, что я вас просто спутала, пожалуйста, выйдите из моей машины, я уезжаю. Девочки, я, конечно, не ханжа, но меня очень насторожил внешний вид этого молодого человека, так скажем, в кавычках. Вроде молодой парень. Но у него вообще нет передних зубов. Выглядел он тоже очень неопрятно. И был такой, знаете, стеклянный взгляд у человека. Я поехала. Едем. Я начинаю понимать, что он как-то странно разговаривает. Говорит какие-то странные вещи. Не совсем нормальные, так скажем. В общем, в этот момент мне было, честно, очень страшно. Я вроде бы взяла человека, и на полпути я не могу остановить машину и сказать, знаете, добирайтесь как-то сами, я передумала. То есть это как-то, как минимум, странно будет. Я понимаю, что это моя ошибка, моя ответственность исключительно. Я должна его довести. Он, то есть, по пути. Мне надо было его по пути. То есть я все равно еду туда же, куда едет он. Просто мне ехать подальше. А его как бы я должна высадить на полпути. И этот путь мне казался настолько длинным. Вообще изначально, с детства у меня есть страх замкнутого пространства с незнакомым человеком, с мужчиной именно. У меня есть страх по отношению к мужчинам ко всем, даже если это мой двоюродный брат или, не знаю, какой-то близкий друг. Я не могу находиться в одном доме, например, с лицом противоположного пола. То есть это травма с детства. Я не знаю, возможно, только у меня так. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, например, я была одна. Друг детства говорит, давай там куда-то сходим, давай я приду. Я понимаю, естественно, что он мне ничего не сделает, но я не могу находиться в замкнутом пространстве с лицом противоположного пола. У меня вот эта фобия. Реально, я этого очень боюсь, мне безумно некомфортно в этот момент. Я понимаю, что все адекватные люди, что я не суперкрасотка, и все держат себя в руках. Но есть внутри этот страх. Например, я замужем, мы живем вдвоем. Я представляю себе ситуацию, если брат моего мужа нечаянно придет в то время, когда, например, мужа нету дома. Я его не пущу. Или пущу, и мне будет очень некомфортно. Я скажу, что приходи, когда твой брат дома. Это ненормально, и многие меня не поймут, но такое есть. И вы представьте ситуацию. Едем мы вдвоем в машине с незнакомым человеком. Трасса. То есть одно дело, ты в такси, например, едешь с таксистом в центре города, где вокруг везде люди, а здесь ни души вокруг, понимаете? Как бы я не утрирую ситуацию, честно, в этот момент мне было очень страшно. Вроде молодой парень, но он с тросточкой, например.
говорит вещи, которые не состыкуются, задает какие-то неудобные вопросы, постоянно что-то спрашивает всю дорогу. Короче. Вот зачем молодому парню тросточка? Одно дело, ты смотришь на человека, конечно, внешний вид обманчив, понятное дело. И ты понимаешь, этот человек, например, склонен к мошенничеству, кто-то к грабежу, кто-то, ну, на мой взгляд, похож на маньяка. Этот человек был похож именно на душевнобольного. Конечно, некрасиво так говорить, но реально было такое впечатление. Я как бы это сделала, и дело, слава богу, обошлось. Я его высадила, и как бы ничего плохого не произошло, но зачем я это рассказываю? Я знаю, что моя аудитория — это в основном девчонки, плюс-минус моего возраста. И я не хочу, чтобы вы оказались в такой ситуации. Мало ли, на кого вы можете нарваться, поэтому, когда кто-то на улице голосует, и вы, например, абсолютно одна в машине едете по трассе, я вот честно советую вам не допускать те же ошибки, что допустила я. Мало ли, на кого вы можете нарваться. Может попасться и душевно больной человек, например. Я уже молчу про всяких грабителей, маньяков и так далее. Острый перец. То есть этот шаг в моем случае был безумно опрометчивый. Я как на иголках, вы представляете, я даже вспотела за эти 25 минут, где-то ориентировочно, да, я вся вспотела. Настолько мне было страшно. Почему я делаю вид, что он немножко странный? Он начал говорить, что он поет. То есть мейхана. Кто живет в Азербайджане, знает, что такое мейхана. Он поет, но он выглядел не как исполнитель, понимаете? Он выглядел очень странно. Потом начал спрашивать, есть ли у меня парень. Я сказала, что есть. И потом он предлагал обменяться социальными сетями. Когда я сказала, что у меня есть парень. Вообще, весь его разговор, я не могу вам описать, но он был построен очень странно. Он переходил с одной темы на другую, как-то резко, как-то странно. Как вкусно делать, что. Короче, когда я его высадил, у меня такое хух. Я даже вам во влоге про это рассказываю прям полностью. Но я сейчас думаю, надо этот момент вырезать. Потому что зачем как попугай все одно и то же говорить. Короче, момент был такой. Мой вам совет, девочки. Возможно, вы гораздо умнее, чем я, и вы в жизни не допустите такую ошибку. Но если вы одни едете куда-то, трасса, не нужно это все. То есть он говорит на одну тему, а потом такой резко: а сколько стоит эта машина? Потом резко: я в прошлом году отдыхал в Турции.
Он говорил на азербайджанском, но это было как-то очень странно. Еще, кстати, он планирует поехать в Россию. Так что ждите, ребят. Держитесь, господа. Это почти пицца, просто вот так вот завернутая, мне кажется. В прошлый раз, когда я заказывала, нечаянно не заметила и взяла с острым перцем. И это было настолько остро, что невозможно было это кушать. В этот раз я вроде взяла не острый, но все равно, хоть пепперони здесь нету. Нет, не пепперони, как назывался этот острый перец? Никак не могу вспомнить. В общем, вот такая ситуация у меня была по дороге. Пишите в комментариях, были ли вы в подобной ситуации. И что бы вы сделали? На полпути оставили человека или... Например, душевно больной человек может просто вывернуть руль или вести себя как-то резко неадекватно в процессе того, как вы едете. Но самое главное... Без происшествий, без штрафов абсолютно. Я поехала туда и вернулась абсолютно, абсолютно нормально назад. И вот когда я ехала одна, эта дорога где-то 3 часа. По идее, не 3 часа. Просто мы едем в деревню, деревня находится вообще на другом конце города, то есть, чтобы выехать из города, мне минимум нужен час. То есть, если бы мы жили около 20 января, то есть, мне было бы гораздо ближе ехать в деревню. Но не знаю почему, когда мы покупали квартиру, мы вообще об этом не подумали, что мы постоянно будем ехать в деревню, и прям мы живем на другом конце города, просто через весь город надо ехать. Вот, поэтому немножко больше времени уходит обычно. Чесночный соус. Попробуем. Как-то странно. Чесночные палочки. Такое ощущение, что это обычный хлеб. Здесь внутри нету ничего. Что это? Ну, когда обратно ехали, это был такой стресс. С папой ехать, это такой квест. Я говорю, папе, ты можешь ничего не говорить? Не делать никакие замечания. Наш сосед попросил передать сумку своему брату, сыну, который живет в Баку, и для этого нужно было заехать в автовокзал, и там было как бы два входа. Я уже подъезжаю к этим двум входам, я говорю, в какой нужно заехать. Папа говорит, вот этот, который слева. Мама говорит, который справа. Я тоже считаю, что который справа нужно было заехать. Он говорит, не-не-не, точно слева. Я еду туда, оказывается, не туда надо было.
Мы заехали вообще куда-то, оттуда повернуть невозможно, целый час там крутились. В общем, с папой очень реально сложно. Он даже когда не знает дорогу, он говорит, что ехать туда. Ну, потом налево поверни. Я говорю, ты реально знаешь дорогу или ты просто наобум говоришь? Когда мы выезжали из города, еще когда с папой, целый час крутились на 20 января. Он говорит, налево, направо, налево, направо. Я понимаю, что мы крутимся на одном месте. Я говорю, пап, если ты не знаешь, давай я включу навигатор, и мы поедем по навигатору. Навигатор-то точно знает, куда ехать. В общем, я не знаю, мне рядом вообще никого не надо. Я вот тогда спокойно себя абсолютно чувствую, нормально вожу, без никаких происшествий. А вот в таком стрессовом положении мне реально самой сложно. Я поела, было действительно очень вкусно. Вот эти чесночные палочки вообще не вкусные, это просто чисто хлеб. Пападиас, ну, мне нравится плюс-минус, а роллы очень вкусные, действительно. Могу вам советовать. Вам огромное спасибо, что досмотрели это видео. В честь этого стоит поставить мне лайк и подписаться на мой канал. Всех люблю, целую. С вами была Айка.